Привет, мои дорогие! Я только что записала видео на английском. И я раздавала призы на мой конкурс. К сожалению, на русскоязычный конкурс никто не откликнулся. Я здесь пью чай, вкусный очень. Даже не чай, а кофе. Поэтому на этот раз ни одного не будет победителя, к сожалению. Чтобы вы не скучали, у меня будет новый конкурс прямо сейчас. И тоже на 2 недели. Все правила будут в описании к видео. Я скажу только одно, что тот, кто мои распечатки разрекламирует, запостит на любом social media, на Инстаграме, на Ютубе, на Пинтерест, на Фейсбуке, где вы там обитаете, мне все равно, в общем. Но если вы покажете, что вот это вот ваш аккаунт, и вы столько-то раз запостили фото с моими распечатками, вы выиграете любую распечатку, абсолютно любую, по вашему выбору из моего Etsy-магазина. Etsy-магазин у меня My Summer Touch, так же как мой ник везде на всех social media. И в своем англоязычном видео я рассказывала, как я собирала вот такую распечатку. Вот такая распечатка называется у меня Moon Weekly's 2. Я ее сделала специально в качестве как Traveler's Notebook. То есть ее можно вот использовать в качестве Traveler's Notebook внутри. Можно отдельно, кстати, не обязательно вот иметь вот такую вот обложку из кожи. Можно просто вот так вот носить. Если сверху особенно вы обложку сделаете из картона, например. Или можно его использовать вот в любом таком вот pocket, в таком в любом планере pocket. Вот она здесь сидит, видно ее, как она сложена. То есть одну и ту же распечатку, вот это одна и та же распечатка, это просто на апрель, а это у нас на май я распечатала. Одну и ту же распечатку вы можете использовать 2 раза. Очевидно, вы можете использовать ее в таком виде, если вам такое больше нравится. И можете использовать ее на кольцах, если вам в таком виде нравится. Поэтому принимайте участие в моем giveaway, и вы можете выиграть все, что вам захочется. Пока что лидер по продажам у меня это Monthly Goal Workbook. Это вот такая вот штука, которую я показывала в своих предыдущих видео. Это такая, вы выбираете одну какую-то цель большую и разбиваете ее на несколько частей по несколько недель. Вот это первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая, пятая. Здесь вы ее полностью описываете. Здесь есть вопросы по ее, как сказать, по ее установке, по ее разбивки и так далее. И здесь же сзади есть еще первая неделя, вторая неделя, третья неделя, четвертая, пятая. То есть это ваш журнал, что вы чувствовали, что происходило с вами и так далее. Я такую распечатку использую в формате вот personal, в размере. Я ее использую для того, чтобы согнать немножко веса. Окей. У меня есть видео на моем канале, можете посмотреть на это все. Поэтому, в общем, удачи вам и увидимся через неделю, на самом деле. Но giveaway будет происходить 2 недели, конкурс будет происходить 2 недели. Пока что все, пока-пока, спасибо за внимание, подписывайтесь.